Специалисты выясняют причины пожара, который возник утром в Горловом тупике в непосредственной близости от Бутырской тюрьмы. Сигнал о возгорании в четырехэтажном административном здании поступил около 7:30 утра. Несмотря на то, что первые расчеты прибыли на место ЧП через 9 минут, огонь распространился на площади в 70 квадратных метров. Всего в тушении приняли участие 10 экипажей. Также на место прибыли несколько машин скорой помощи, но их услуги не понадобились, людей в помещениях не было. Борьбу с огнем сильно осложняла сама конструкция здания. Здание старой постройки, перекрытие перегородки деревянные. Значит, до прибытия пожарного подразделения огонь распространился с третьего этажа на четвертый и на чердак по сгораемым перекрытиям и перегородкам. Полностью потушить пожар удалось через час. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте работают эксперты, которые выясняют причины возгорания.